В среду, 13 июля, православные христиане празднуют Собор славных и всехвальных 12 апостолов. Святая Церковь чествует каждого из 12 апостолов в разное время года, а общее празднование происходит на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Греческое слово «апостол» означает «посланник», «слуга». В данном случае посланник Божий. У Христа было много последователей, целые толпы народа слушали его проповеди. Однако Спаситель избрал только 12 из них, которые вошли в круг ближайших учеников. Исполнившись Святым Духом, они основывали первые христианские общины и совершали чудеса, но не почет и уважение получали взамен от мира. Мы читаем в Деяниях, что когда Синедрион запретил апостолам проповедовать Христа, то они не устрашились властей земных. Когда же были схвачены и избиваемы, то пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. В страдании за Спасителя ученики находили для себя высшую радость. Из 12 апостолов лишь один, Иоанн Богослов, умер своей смертью. Остальные в разных частях мира претерпели мученические пытки и были убиты. Наша церковь называется апостольской. От апостолов мы получили знания, которые принес Иисус Христос, чтобы спасти мир. Благодаря проповеди учеников и письменным их свидетельствам, многие народы смогли узнать, что свершилось великое событие – воскресение Христово.